tofu. Еще снять обложку. Вот такие два маркера. Хром черный. От МТН. Пишет, вот пишет, делать ему нехуй. Да. Зажучил тебя вот первый раз. Ну что, попробовал хром. Ну, мне не понравился. Руки всегда в хроме, постоянно приходится оттирать их салфетками. Потому что когда маркер прописываешь, краска натекает в крышку и каждый раз выливается, когда открываешь. Просто пользуюсь один день, и больше краски вылилось, чем потратилось. Пишет тоже странно, по железным поверхностям крашу, как будто мажет какой-то кисточкой, а не пишет маркером. Короче, мне не понравилось. Сейчас черный еще потестим. Тут экспертом запахло или как? Охуеть. Кажется, можно пару капель в воду и попить.
Блядь, газа. По тесту и черный тегать можно, но мне не очень нравится, не очень яркий, как-то ну, мажет иногда. Короче, если использовать по каким-нибудь холстам, то и хром и черный для неспешного какого-то тегинга нормально, ну, справится со своей задачей. Если тегать на улице, то тоже не особо спеша и не сильно промакивая. Я тегаю много, всегда люблю промачивать маркер, чтобы он нормально тегал. Но по пыли или по каким-то таким поверхностям он пишет не очень. А когда сильно его промакиваешь, он течет прям. Ну. Поэтому у меня всегда руки и в хроме были, и вот в черном из-за этих двух маркеров. Я ими 2 дня потегал в Новгороде. Короче, не знаю. Смотрите сами. Мне не очень понравилось.